Добрый день. Сегодня такое небольшое видео, скажем так, из разряда выживания в городских условиях. После вот, сейчас у нас все хорошо, можем пойти купить всегда новый ремень китайский. А вот, скажем, вдруг не будет возможности. А у меня вот сломалась пряжка. Пряжка, она на вид такая массивная, тяжелая. Но это какой-то алюминий, дюраль, что-то вот такое. Довольно мягкая, и она вот здесь вот была перекладинка, она отломилась хорошо. По-моему, я его одевал дома, то есть в этом плане, что не где-то посреди города и штаны сваливаются. Поэтому выживальщики, видимо, и носят с собой веревочку, чтобы подвязать в таких случаях. Вот ремень мне этот нравится, он такой, уже сколько лет ему, уже очень много, но он такой потертый, но простой, вот, как говорится, кожа и все. Тут заклепочка. Каких-то он там, я не знаю, чуть-чуть, ну где-то 90-е какие-то, наверное, даже начало. Первая половина годов. Вот. Так что послужил он, в принципе, довольно. Но что я сделал, как я восстановил? Вот надо было сделать это. Была бы эта сталь, можно было там, не знаю, приварить проволочку. Вот. Ну, алюминий тоже варят, но я, как говорится, не специалист, а ну и. А, и здесь приварить нельзя, пришлось бы расклепывать вот эти. Здесь она неразборная, вот в отличие от многих современных, где можно разобрать, там вот, пряжку заменить. Вот, пришлось восстанавливать эту. Что я сделал? Я расплющил вот эти вот края. То есть я их положил примерно, ну вот, как, ну не на такую, у меня есть металлическая штуковина с углом, типа наковальня. Я их положил, расплющил, ну можно всегда что-то подлезть, как-то это сделать. Они были площади с двух сторон, и просверлил дыр отверстия с двух сторон. Вот сверло у меня вставлено, обломок я его подточил, и получилось просверлить. Вот дальше что я сделал? Дальше я взял метчик, нарезал резьбу, нашел ось, у меня была какая-то старая на 4 здесь резьба, и сюда ее завинтил, соответственно вставил эту. Вот. Лишнее потом сверху отпилил, подточил. Ну, здесь, видите, не до конца доточил, потому что я хотел расплющить молотком. Ну, что-то, не знаю, стукнул, мне пару раз получилось, не получилось, не знаю. Ну, вот. В принципе, не сильно заметно. Ну, и надо было, вот я сделал ошибку, я сверху завинчивал, а надо было снизу. Если бы, снизу, потому что меньше, менее заметно, потому что мы вот, как бы, смотреть-то будем, когда у вас ремень сверху вниз, а не снизу. Снизу, если бы он чуть торчал, это было бы незаметно. Вот, а так, в принципе, в глаза не бросается. И, ну, не знаю, вот он, конечно, там резьба, вот он будет ремень ходить, так вот, скорее всего, сточит об ремень. Ну, с другой стороны, как говорится, пока он сточит, кожа толстая, это еще год-полтора, я надеюсь, с ним походить. Вот, так вот можно восстановить такой вот ремень. Ну, вот здесь вот концы можно там подровнять, все это здесь подшлифовать. Это уже, как говорится, в зависимости от настроения и желания. Спасибо за внимание. Всего доброго.